Сегодня уже среда. Ой, вру. Сегодня уже четверг, здесь теряется время. Вышли и увидели, что сегодня у нас на небе тучки. Оказывается, они тут тоже бывают. Тучки. Но мы все равно постараемся сходить на море. Супруга не будет купаться, естественно, потому что она в солнечную погоду редко купается. Но хоть подышим воздухом. Не терять же день, просиживая у бассейна. Так что, насколько эти тучки, неизвестно. Хотя, с другой стороны, смотрю, здесь уже небо вроде как светлеет. Возможно, пока мы до пляжа дойдем, тучки рассосутся. Сейчас 15 минут седьмого. Переодеваемся. В 7 завтрак. С 7 до 9. Ну, у нас он 7. Мы ранние, как я уже говорил. И будем собираться на пляж. На сегодняшний день у нас запланировано романтическая прогулка с ужином на яхте по Красному морю. Посмотрим, что это такое. Экскурсию заказывали на сайте cooltripsegypt.ru. Там найдете телефон Елены. Звоните, пишите ей в Вайбере по этому номеру. Очень позитивный человек. Даже не знаю, как еще про нее сказать. Ну, в общем, очень добрый, позитивный человек. Не думай только о деньгах. Вы в этом сами убедитесь. Закажите несколько экскурсий и поймете, о чем я сейчас говорю. В общем, будем собираться. Всем хорошего дня. Я лежу на пляжу и на солнышко гляжу. Утром были тучки. Погода меняется моментально тут. Теперь солнце. Вот это вот вся есть бухта Наама Бэй. То есть вот оттуда начинается с косы Дой. И заканчивается вот там. То есть вот такое вот расположение. За счет своего расположения тут мало ветра. Мало шторма. Сейчас за 30 градусов. Очень жарко. Лежим в тенечке под зонтиками. Вот этими интересными. Отдыхаем. Кораллы прямо у берега. Есть и вход песочный. То есть можно отдыхаем от нашего отеля на этом пляже. А рядом вот так вот. Сейчас я вам покажу заборчик. Переходим на ту сторону, там больше песочка. Спокойно, без проблем. Лежать там нельзя, а вот на лежаках. А вот купаться без проблем. Вот. Такой вот пляжик наш. Небольшой, но очень уютный. Отдыхающий со всех стран. Даже египтяне, те же немцы, англичане, белорусы. Белоруссия, передаем привет. Белоруссия. Белоруссия, передаем привет Ютубу. А? Волшебная еда. Кулинарный канал, но между делами будет и Египет там. Так что увидите себя. Сейчас мы должны поехать на экскурсию на пиратском корабле. Романтический ужин по Красному морю.
экскурсию заказывали на сайте cooltripsegypt.ru. Ссылка будет под видео. Как я говорил, там найдете прямо на сайте телефон Елены, но он также будет и в ссылке под видео. Вернее, под видео будет и телефон Елены. Звоните, общайтесь. Положительный человек. Всегда с юмором ответит. Идем за шлагбаум отеля. Будем ждать трансфер. Кстати, вот такой вид к нашему отелю, когда поднимаешься. Пальмочки, шлагбаум с охранниками, чтобы посторонние не заехали на территорию. Всех проверяют. Есть зеркало, проверяют и под авто, чтобы, не дай бог, не было заложено никаких взрывных устройств. Все это после теракта, который был в 2015 году. Молдова, Молдова. За нами приехал трансфер. Подождите. Как зовут? Люда, Юра. Да, Люда. Да. Люда. Люда. Да. Очень приятно. Я Амир. Амир. Приехал хороший автобусик. Едем на экскурсию. Едем на причал. Наталья, мама Рида. Мама Рида? Медсестра? Yes. Ну, немножко ночного шарма вам. Такие дороги, немножко по брусчатке едем, отели, большие кувшины. Это мы на территории еще одного отеля. Приехали забрать еще людей, которые будут сдаваться в плен пиратам. Приехали к причалу. Вот там наша лодочка виднеется. Кораблик. Сегодня луна красивая. Полная. Вот такая. Подъем. Сейчас вводит досмотр безопасности, у кого сумки буду проверять. А это так модно по газонам ходить? Мы пошли за гидом. Шампанья. Да, алкоголь. Короче, у кого алкоголь, пейте сейчас. Мумкино, мамно. Мамно. А, что на дереве? Какие гидом? Алкоголь, мамно? Мамно. Важно, рога. Сейчас будет досмотр. С алкоголем нельзя. Проходим. Сумки и прочее проверяется.
весь алкоголь проносите сразу в желудке. Только Виталику разрешили. Только Виталику разрешили, да, Виталик? Да, что делать? Ну, человек разговаривает строго на египетском с ними, поэтому ему можно.